Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку для новорожденного. Подойдет она как для девочки, так и для мальчика, в зависимости от выбранного вами цвета. То есть у меня вот связано розового цвета, то есть для девочки. Я возьму для мальчика голубой цвет пряжи. Связана она платочной вязкой обычной, вяжется на одном дыхании довольно-таки быстро, на двух спицах. При этом я взяла пряжу Lanosa Minty, продолжаю серию выпусков для новорожденных одежды. Она у меня акриловая пряжа гипоаллергенная. Также под нее я взяла две чулочные спицы. Они у меня, как вы видите, открытые, короткие. Желательно такие же и возьмите при вязании. Это вам очень сильно пригодится. Также вам понадобится крючок для сшивания, заправки кончиков и ножнички. Шапочки у меня размеры подходят для где-то 36 сантиметров от головы и где-то до 40, то есть на от 0 до 3 месяцев. Если вам понравилось, присоединяйтесь, мы будем с вами вязать. Для начала отступите от края где-то 80 сантиметров. Эта ниточка нам понадобится для сшивания. А затем приступаем к набору петелек. На одну спицу набираем начальные 2 петельки, затем приставляем вторую и набираем еще 40 петель. То есть всего для шапочки высоты нам нужно набрать 42 петелечки. Набираем обычным классическим способом. 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41 и 42. Для чего мы оставляли с вами на одной спице 2 петельки крайние? Для того, чтобы у вас не был растянутый краешек крайней петельки. Теперь вытаскиваем свободную спицу без вот этих начальных петелек и будем вязать простыми лицевыми петельками. Полностью все петельки в этой шапочке мы будем вязать лицевыми петлями. Теперь смотрите, мы сейчас будем вязать шапочку укороченными рядами, то есть бросать в конце ряда петельки и провязывать обратно. Сейчас я вам покажу, как это мы будем делать. Берем, отсчитываем 32 петельки. При этом провязываем при отсчете их лицевыми, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Теперь у нас на левой спице 10 петелек, на правой 32 провязанные лицевые петельки. Мы, не довязывая до конца, разворачиваем наше вязание. Первую петельку, последнюю провязанную, снимаем и продолжаем до конца ряда провязывать все петельки полностью лицевые, включая последнюю кромочную. Я буду все петельки полностью всех провязывать лицевыми. В этом вязании у меня не будет изнаночных петелек вообще. Для тех, кто не успевает, обязательно останавливайте на паузу, ставьте и провязывайте, догоняйте наше вязание. Итак, довязываем до конца полностью все петельки лицевые, то есть 32 петли в обратный ход изнаночный. Теперь разворачиваем третий наш лицевой ряд. Сейчас мы провяжем наши 32 петельки. Первую снимаем непровязанной и далее все полностью петельки лицевые. 32 петли наши. Я провязала 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 30, 31 и 32. Как вы видите, мы довязали вот эти петельки предыдущего ряда. И теперь захватываем еще одну. То есть на левой спице у вас остается уже 9 петелек. Снова разворачиваем наше вязание. Первую петельку, последнюю провязанную предыдущего ряда, мы снимаем непровязанной. И всегда первую петельку эту мы снимаем непровязанной. И последнюю, довязывая лицевой, в следующем ряду первую снимаем непровязанную. И последующие петельки вяжем просто лицевыми. То есть у нас сейчас
со снятой петелечкой вот этой первой, не провязанной, должно получиться всего уже 33 петелечки, то есть на одну петельку увеличилось. Провязываем до конца ряда полностью наши 33 лицевые петельки. Пятый лицевой ряд. Первую снимаем не провязанной. Теперь у нас, как вы помните, уже 33 петельки. Поэтому первая, затем провязываем далее. Вторая, третья, все полностью петельки 33 лицевые. Я провязала 2, 4, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32 и 33. Теперь снова с левой забираем еще одну петельку. 34 уже получается. Не довязывая до конца оставшиеся петельки, разворачиваем наше вязание. 34-ю первую петельку нашу снимаем, не провязанной. И далее еще довязываем 33 лицевые до конца ряда. Полностью все петельки до конца ряда лицевые. Далее развернули 7-й лицевой ряд. Первую снимаем не провязанной и продолжаем снова наши петельки провязывать лицевыми. До вот этой нашей петельки, последней провязанной лицевой. То есть 34 петельки наши провязываем лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33 и 34. Довязали 34 и снова одну забираем с конца. То есть, как вы поняли, в каждом лицевом ряду последующем мы будем забирать с левой спицы по одной петелечке и не довязывать остальные петельки. Разворачиваем. Первую, которая у нас провязанная была петелечка, мы снимаем, не провязывая, и довязываем до конца ряда наши 34 лицевые. То есть первую 35 мы сняли, 34 лицевые довязываем просто до конца ряда. Разворачиваем вязание, и в лицевом ряду снова мы будем забирать одну петельку. Поэтому первую снимаем, далее провязываем наши всего 35 лицевых полностью лицевыми. До вот этой, как вы уже поняли, мы провязываем всегда до вот этой лицевой, последней провязанной. Вот до нее и провязываем. Уже считать не будем, я думаю, вы все поняли, до каких моментов мы считаем. То есть 35, затем 36. И так в каждом лицевом ряду мы забираем с левой спицы ровно по одной петле. И при этом, не довязывая остальные, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И провязываем с изнаночной стороны такие же лицевые петли, как и с лицевой стороны. Вот довязали нашу петельку лицевую и снова забираем одну лицевую, разворачиваем, не довязывая ряд. И первую снимаем, последнюю провязанную предыдущего ряда, а затем полностью все петельки провязываем до конца лицевые. Развернули на лицевой ряд 11, кромочную снимаем, не провязывая, и теперь довязываем наши лицевые петельки до вот этой лицевой, до последней. То есть 36 лицевых. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35 и последняя 36. Забираем 37-ю с левой спицы, лицевой провязывая, и, не довязывая до конца 5 петелек, разворачиваем на изнаночную сторону. Первую снимаем и довязываем 36 лицевых петелек, первая наша 37-я снятая, до конца лицевыми петельками, то есть прямыми, как я вам уже говорила, и обратными рядами. Сейчас мы провяжем обратный ряд. Затем снова в прямом лицевом ряду мы с вами заберем очередную одну лицевую петельку. 13-й лицевой ряд. Первую снимаем и довязываем 36 лицевых до нашей последней лицевой провязанной. 36 и 37. 38-ю с левой спицы провязываем лицевой, не довязывая 4 петельки, разворачиваем наше вязание.
Первую 38 мы снимаем и 37 лицевых провязываем до конца ряда. 15 лицевой ряд, первую снимаем и довязываем наши всего 38 лицевых, то есть 37 лицевых помимо снятой нашей до последней провязанной лицевой петельки. 36, 37 и 38. Забираем еще одну петельку лицевой и на левой спице оставляем 3 недовязанных петельки. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд, как всегда, первую снимаем и затем довязываем все петельки лицевыми до конца ряда. 17 лицевой ряд. Первую снимаем и довязываем наши петельки до лицевой, то есть 39 лицевых, полностью до вот этой нашей последней провязанной лицевой, до 3 оставшихся петелек на спице. 37, 38 и 39. Снова с левой спицы забираем одну петельку, провязываем ее лицевой и, не довязывая 2 последние петельки, разворачиваем, снимаем первую и все петельки последующие до конца ряда провяжем лицевыми. 19 лицевой ряд. Первую снимаем и снова провяжем до нашей последней провязанной лицевой. То есть не довязывая наши 2 петельки вот эти вот. То есть 40 петелек лицевых мы сейчас провязываем вместе со снятой петелькой. 38, 39, 40. И с левой забираем 41 петельку, провязанную лицевой. Последнюю петельку не довязываем, разворачиваем. Первую снимаем не провязанной и затем довязываем до конца ряда лицевыми петельками. В 21 лицевом ряду кромочную снимаем не провязанной и наконец-таки довязываем в этом ряду полностью все петельки, все 42 петельки. Первую сняли и 41 лицевую довязываем мы до конца полностью этого лицевого ряда. Это первый лицевой ряд, который мы провязываем полностью до конца. Изнаночный ряд мы с вами провяжем точно так же, от первой до последней петельки, не оставляя ни одной петельки, нигде не провязанной. Итак, довязываем наши 41 петелька, вот она последняя лицевая, и 42 петелька также провязываем. Первую на изнаночной стороне мы не будем провязывать, мы ее просто снимаем. И 41 петелька лицевая до конца ряда довязываем лицевыми. 23 лицевой ряд провяжем с первого ряда. То есть мы провяжем сейчас 32 петли, 10 оставляем на левой спице, обратно возвращаем 32 петли. Снова, затем уже в третьем лицевом ряду будем считать так от начала, мы бросим уже 9 петелек, провяжем их обратно, затем 8 обратно, 7 и так далее. Будем постепенно убавлять, то есть у нас получается благодаря нашим убавлениям от 10 до 1 петелечки вот такой вот треугольничек, то есть из вот таких вот треугольничков будет состоять наша макушечка. То есть, как вы видите, мы с вами связали высоту нашей шапочки. Вот она, наша высота шапочки. Таких рапортов, будем считать, что вот это один рапорт. Таких рапортов нам нужно связать 6 штучек. То есть, смотрите, вот он наш один рапорт между треугольничками. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Между нашим шестым и первым рапортом будет шовчик, то есть вот оно соединение нашей шапочки. Таких рапортов свяжете 6, хотите, можете чередовать, допустим, цвета. К примеру, голубой, следующий рапорт связать белый, затем снова голубой, белый и так далее. То есть 6 рапортов, вот так вот возвращаетесь от первого ряда до последнего.
И сейчас точно так же возвращаетесь к первому ряду, бросаете 10 петелек, можете отмотать видео и снова заново вязать. То есть начиная с лицевого ряда бросать 10 и в каждом лицевом ряду добавлять по одной петельке. То есть 10, 9 оставлять, 8 оставлять, 7 добавлять к нашим 32 петелечкам лицевым в первом ряду, добавлять по одной петле, то есть 33, 34 и так далее. Сюда добавлять, с макушки убирать. И снова дойдете до последней петли макушечки. Так, 6 раз. И как только вы довяжете 6 рапортов, мы встретимся с вами во второй части по вязанию шапочки.